Физкульт, привет! Меня зовут Ирина Форми, а это моя напарница Василиса. И мы рады приветствовать вас на нашей тренировке. Данное занятие мы проводим для возраста 55+, и для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Сегодня вам понадобится две гантели весом от 1,5 кг. Ну а если их нет в доме, то можно набрать бутылки с водой и также их использовать в качестве инвентаря. Первое упражнение – молот. Итак, открытый хват, да, ладони смотрят вперед, либо сразу наверх. И начинаем поочередно сгибать руки в локтевом суставе, на выдохе приближая гантель к плечу. Данное упражнение вы выполняете 40 секунд и таких 3 подхода. Следующее упражнение для проработки трицепса – разгибание руки в локтевом суставе за головой. Опускаем ладонь, на выдохе разгибаем. При этом ладонь разворачиваем вперед. На вдохе вниз, на выдохе наверх. На вдохе сгибаем руку, на выдохе разгибаем. При этом локоть находится строго над плечом, и рука гуляет за линией головы. Следующее упражнение – это плавание. Мы прорабатываем с вами мышцы спины. Исходная позиция – лежа на животе на коврике. Взгляд обязательно на коврик, шея – продолжение позвоночника. И начинаем поочередно отрывать противоположные конечности. Правая рука – левая нога и левая рука – правая нога. На выдохе поднимаем вверх, на вдохе опускаем вниз. И заключительное упражнение, которое мы с вами выполняем, это выпрямление рук из позиции стол. Исходная позиция ладони строго под плечами, колени под тазобедренными суставами. Живот подтянут, прогибов поясницы нет. Начинаем на выдохе выпрямлять правую руку, возвращаем, на выдохе выпрямляем левую руку. При этом центром ладони вы всегда выталкиваетесь наверх, то есть на плечах не провисаем. Взгляд обязательно вниз, да, для того, чтобы шея была продолжением позвоночника. Напоминаю, что все упражнения мы с вами выполняем по 40 секунд и 3 таких подхода для каждого упражнения. Прекрасного вам самочувствия и гармонично развитого тела. Движение – это жизнь.